Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Демоникс, мы с вами собрались, а значит будем что-то готовить. А сегодня будем готовить дешевый хот-дог на природе. И для этого нам понадобятся колбаски за 80 рублей 4 штуки, хлеб отрубной или любой за 15 рублей, горчица за 18 рублей, соус был дома, не помню сколько стоит. И лук нарезал дома. Сейчас мы его начнем готовить. Поехали. Для начала разводим угли. Там капец все, кто на этом... Не надо. Четки прикольные. Так, Макс, иди держи. Чего опять тебе надо, блин? Держать надо. Сейчас подержу, блин. Дай сюда. Не телефон. Я решетку. Держать надо, блин. Васёк! Все не поместят? Ой-ой-ой! Все нет? Что нужно с мягкой? Ладно, двумя партиями. Давай да, ставим. Да, куда спешить? Ага, ставим. Так. И держи тебя. Не катается? Всё, пошёл. Первый пошёл, да. Угу. Ставим. Огонь нельзя. Васёк, чуть огонь там. Надо помешать. Да. Не надо! Надо пивом, блядь! Хорошо. Все. Давай, блядь. Куда нахуя это подвинули? Ну, ты высоко, видишь, там огонь был. Или чуть умнее. Вот так ставим. Да, всё. Нормально. Ну что, собираем. Нарезали булку. Берем наши сосиски. Вот такие они. Лучка. Лучка можно побольше. Соус, чили. Горчички сверху. И закрываем. Вот такой у нас хот-дог получился. Где-то рублей на 50. Ну что, попробуем? Офигенно. Он слишком большой. Не нашли булки поменьше, к сожалению. Свиная сосиска очень вкусная. Точнее, колбаска. Ну, булки большоваты, конечно. Горчица хорошая, острая. В принципе, хороший хот-дог. За такие деньги вы нигде его не купите. Все на костре сделано. Очень вкусно. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.